Арбитражный суд Югры принял к производству исковые заявления администрации Сургута и Сургутского района. Мэрии, напомню, инициировали разбирательство из-за охранной зоны конденсатопровода компании «Газпром-переработка». Также в документах власти города и района просят привлечь к вопросу и Росреестр, который зарегистрировал минимальную запретную зону протяженностью в 5000 метров. С каждой стороны трубы вместо положенных, в данном случае, 100 метров. На сайте арбитражного суда Югры написано, цитирую, «Неправильный расчет привел к тому, что в зону минимально допустимых расстояний вошли полностью или частично земельные участки, объекты капитального строительства, расположенные в поселках Солнечный, Ультьягун, Трамаган». Конец цитаты. Напомним, что в охранную зону конденсатопровода попала и значительная часть Сургута, в том числе международный аэропорт нашего города. Разбирательство по исковому заявлению Сургутского района назначено на 11 декабря, по Сургуту на 14 число того же месяца.